лично я очень идейный человек. То есть у меня всегда есть какие-то возможности, какие-то идеи. Я что-то хочу придумывать, что-то могу придумывать. Я люблю учиться. Они рассказывают о своих желаниях, планах и навыках. Десятки молодых людей, которых объединяет одно – желание работать на топовом предприятии страны. Это студенты вузов и колледжей Свердловской области. Представителям ВСМПО «Ависма» ребята рассказывают, почему именно они достойны работать в корпорации. Ребят, что вы знаете о «Титане»? Будущие металлурги собрались в минувшие выходные в Ельцин-центре Екатеринбурга на выставке работодателей «Время карьеры». Организатор – главный вуз Урала, Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина. Сегодня здесь несколько тысяч студентов высшего образования, среднего, специального. Мы предлагаем наши вакансии, предлагаем практическую подготовку, предлагаем участие в наших оплачиваемых стажировках и в целом рассказываем про те возможности трудоустройства, которые представляет наша компания. И отклик не заставил себя долго ждать. Для удобства корпорация создала специальное приложение, где студенты сразу размещали свои резюме и указывали, что для них важно при переезде в моногород. За день более 500 откликов от участников. Так что ждем в Салде новых высококлассных специалистов, которые, как они уверяют, создадут множество важных проектов на благо корпорации.